Электроскутер дорожный. Мощность двигателя 1200 ватт, напряжение 84 вольта. Прекрасно подойдет для загорода, дачи. Модель очень мощная, очень удобная. Здесь большая площадь, площадка для ног. Вот, большое удобное сиденье для двоих. Один и второй сядет здесь. Вот, под сиденьем находится аккумулятор. Аккумуляторная батарея на 22 ампера, 84 вольта. Вот это показано здесь. Также есть, имеется тумблер, который можно просто выключить, и ключом-то вы его уже не заведете, потому что он будет выключен. Своего рода такая защита. Здесь у нас подключается аккумулятор, провод. Он получается не закреплен, то есть его можно, он съемный. Отключили провод и забрали его. Вот. Вот аккумулятор. Сейчас поставим его. Вот ставится так вот аккумулятор. Вот так вот. Это куба денег с кулеку. Провод сюда, все. Сейчас он уже в работе. Закрываем. Это раньше куба. То есть скутер приводится в замком зажигания, соответственно, ключом. Мы проворачиваем ключ, и у нас, соответственно, отображается вся информация. Заряд батареи, пробег, текущая скорость километров в час и скорость, на которой сейчас установлен скутер, это первая. Также есть вторая, третья. На третьей скорости он будет ехать 57 километров в час. А первая скорость здесь, давайте посмотрим. Первая скорость у нас 31 километр, вторая скорость у нас 49, и третья скорость у нас 57. Также имеется звуковой сигнал. Вот, также здесь у нас переключатель на свет, габариты. Можете сейчас покажем. То есть габариты, это габариты, здесь габариты. И потом еще рычажок, это свет. Свет. Вот. Свет переключается на ближний и дальний. Это дальний, а это ближний. Это ближний, а это дальний. Все три лампы горят. Также имеются поворотники. Лево, лево, право. Диодные поворотники. Так. И в комплекте идут зеркала заднего вида, которые регулируются таким образом, то есть как вам нужно. Вот. А скутер имеет дисковые тормоза, гидравлические. Можете увидеть здесь. Вот здесь. Это видно, вот подходит трубка, и вот, соответственно, гидравлика работает с дисковыми тормозами. Вот. А мощность мотора, сейчас мы вам покажем, она вот 1200 ватт, 72 вольта. Напряжение 72 вольта, 1200 ватт. Скутер очень бодро едет, поэтому, в принципе, должно хватить для комфортной поездки с двумя пассажирами. Также имеется сигнализация. Мы покажем, как она работает. Выключаем скутер. Все, он уже стоит на сигнализации. Сейчас мы его постараемся, как бы это сказать, угнать. Сработало, все, колесо блокируется, соответственно, уже никуда его не угонишь. Приводим его в действие ключом. Все, вот он уже работает, все отображается. Так, и подытожим тогда, что у нас здесь есть. Две подножки. Одна подножка ставится вот так. Снимал? Это подножка. Так, это у нас подножка, которая уже мотоциклетная, которая уже, скутер уже на ней держится плотно. Вот он. Он уже никуда не упадет. Вот. И есть подножка боковая. Тоже очень хорошо помогает, если нужно скутер оставить
ненадолго. Вот. Тут у нас кармашки для всякой мелочевки. Тут у нас, соответственно, гнездо USB зарядки телефона мобильного, можно использовать как зарядное, как зарядку. Вот. Так. Соответственно, что еще здесь нам? Ну, это ручки тормоза, передний, задний. Вот. Фара очень яркая. Это дневные ходовые огни. Колеса здесь у нас 10-дюймовые. Так, видно или нет? Сейчас покажу. 10 дюймов. А размер 3,3 получается. Вот. Сзади у нас также поворотники есть. Диодная. Тормоз. Тормоз нажми. Тормоз, диодные поворотники, лево-право. И подсветка номера. Вот она. То есть сюда вот вы номер приделываете. Да, кстати, на скутер нужны права категории М. Мотоцикл. Потому что без них, к сожалению, вас остановят гаишники и потребуют права. Спереди тоже гидравлический тормоз идет. Вот он, трубка. Также дисковый гидравлический тормоз. Ну и, соответственно, амортизаторы, которые тоже в пути будут амортизировать, когда вы наезжаете на ямы, на кочки, очень плавно. В принципе, все. Вот такой вот у нас